дорогие друзья, первый снег в 2017 году, который я встретил здесь, в Соединенных Штатах Америки. Первый снег – это всегда удивительное зрелище. Все вокруг преображается, все выглядит совсем по-другому, сказочно, волшебно. И настроение. Настроение, конечно, становится лучше. Надеешься на что-то будущее и ждешь чего-то самого-самого хорошего. А Марко с Миланой отправились в горы покататься на горных лыжах. Это вообще-то удивительно. 8 лет Милана уже становится на горные лыжи. Здорово! Don't try not to look down. Put your poles down into the ground. Good. Okay, but put like this, like this. Всех вас, дорогие мои друзья, поздравляю с приближающимся, стремительно приближающимся Новым годом, с Рождеством, самого вам чудесного настроения, счастья, веселья и радости в вашей жизни.